Привет, Ютуб, привет! Добро пожаловать обратно в Братату. У нас тут 100% Братата, а не какие-то странные философские рассуждения и вообще какая-то ересь. Но мы сегодня делаем челлендж на призрака. Мы, короче, идем, берем призрака и проходим его с первой попытки. Я вам гарантирую прохождение призрака сейчас, вот на этой попытке. Он получает 10 к параметру урон с оружием класса бесплотное, то есть призрачное оружие. У него плюс 30% к уклонению. У него максимум уклонения 90%, все круто. Только минус 100 брони. Это значит, что любая тычка в лейтгейме его шотает буквально. Поэтому начать прогноз. Выиграем ли мы этот забег? Выиграем ли мы этот забег? Поехали. Наверное, надо с топором играть. Наша коронная поза. Держа руку у груди. Всем кажется, что это лишь привычка, но каждый раз, когда мы это делаем, мы мысленно молимся богам. Но каким богам? Неужели тем темным богам? Богам руин. Я вот так иногда делаю. Внутренняя империя, спасибо, да, я вот так делаю иногда. Я не знаю, почему я так сижу. Может быть, я молюсь богам руины. Спасибо большое, внутренняя империя. Окей, мы хотим вкачать уклонение, скорость и максимальное здоровье, да? А урон мы прокачаем от призрачных оружий. Призрачный скипетр можно один взять. Еще один топор давай. Сейчас наберем оружек побольше. Спасибо, внутренняя империя. Барлок, привет. Не считаешь ли ты, что элитки чересчур сильные? По-моему, они как раз. Может быть, они бы могли быть немножко помедленнее, в частности, повар. Ну, по силе они норм. За них лут хороший дают. Я бы вот только единственное, немножко бы скорость им прикрутил. Чтобы они не были такими вчесовыми. Плюс броня выпала. Чтобы они не были так требовательны к скорости. А так вроде нормально. Механики у них прикольные. Фу. Гидра, давай, удачи тебе. И чата, есть какие-то предметы, которые могут призрака засейвить от ваншотов? Или нам вот чисто на рулетку играть? Повезет, не повезет, да? Окей, можем удачи взять. Удачи — это хорошо. Так, сколько мы каких оружий? Ну, я думаю, этих посохов 2 хватит. Можно вот 2 посоха, 2 камня, ну вот классика. 2 посоха, 2 топора, 2 кремня. Хотя нет, посох, наверное, лучше один. Но я куплю нам сейчас уточку на удачу. Максимальное хп. Я нужно максимальное хп и дальше говорить не про игру. Про игру, да. Про игру говорить вредно. Я что-то недавно, ну это не про игру, я залез недавно к Келлину на канал и наконец посмотрел обзор Келлина на Elden Ring. И, блин, классный обзор на Elden Ring, там как раз вот то же самое, что я думаю, только я все равно думаю, что Elden Ring очень хороша и типа игра года, все дела. Ну не считая Пеглина, Пеглин, конечно же, круче. Намного круче. Окей, максимальное здоровье и уклонение можно набирать. Уклонение уже 63, давай здоровье возьмем. И этот. И Келлен так много всего успевает делать.
Он эти обзоры пишет, и у него клуб какой-то, где он со зрителями постоянно общается и все это делает. Чат, вы Кусь, как-то планируете свой как день? То, так эта игра и выглядит. Или рандом? С внутренними диалогами. Мне понравилось. И даже кто-то еще из чата решил поддержать идею и тоже мне помогал. Тебе? Тебе? Мисплей, это была ты? Нет. Это не могла быть мисплей. Потому что не может быть, чтобы мисплей была моим внутренним я. Все это время! О, нет, внутри меня мисплей. О, нет. Только не это. Только не это. Что теперь делать? Не внутри ты и есть мисплей? Это как в бойцовском клубе. Ой, спойлеры. Спойлеры, 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 спойлеры. Шиза. Все. Она у меня, они у меня в голове. Она у меня в голове. Но она это и есть я, о мой бог. Это конец. Всему. Это конец всему. Что делать? О, брать 15% скорости атаки и 10 к удаче. Еще один кремень покупать. Окей, мы можем лимонадик взять. Сумку? О, нам так много этих штук выпадает. Самое нефилософское начало серии, да. Зрители на ютубе будут удивлены. У нас сегодня странный день. Чат, но кто-то строит планы на день. Когда я работал в прямых продажах, нас учили, что нужно планировать все. Типа для того, чтобы не быть руиной, ты должен запланировать все на весь день, всегда. С первых секунд дня. А еще нужно запланировать всю свою жизнь заранее. Ты такой берешь и, короче, рисуешь себе на стену, вешаешь себе на стену, не рисуешь. Вешаешь себе на стену изображение вещей, которые ты хочешь, чтобы у тебя были. Типа, если ты хочешь машину, автомобиль. Если ты хочешь автомобиль, ты на стену вешаешь фотку машины. Если ты хочешь дом, ты вешаешь себе дом. И типа, если ты это сделаешь в 18 лет, то там к 30 годам у тебя все это будет, потому что ты каждый день будешь смотреть на машину. И ты будешь думать о машине и стремиться к машине. Это как вообще работает? Думай, сложи 2 плюс 2. Тут все как на ладони. Просто вспомни хронологию событий. Логика, спасибо за 64 с сердечком. Спасибо тебе большое за поддержку. У меня в детстве на стенах были фотографии актеров. Но я не стал актером. Или стал? Стример — это как фейковый актер. Может, оно и работает, логика? Может, оно и работает? Может быть, ты права? Нам нужно уклонение 90.
У каждого человека свои способы мотивации, не надо слушать эту дичь и исследовать себя. Наверное, да? Ты стал клоуном? Там точно были актеры? Что не так с клоуном? Клоун тоже актер. Вы же любите комедии? Ну, клоун — это тот же актер комедийного жанра, он просто... У него на лице нос красный. У меня на стенах мои фотки, кем я стану? Наверное, собой? Я так думаю. Не люблю комедии? Они тебя тоже, наверное, не любят. Я так думаю. Окей, мы хотим вот это? Может быть, утилизатор взять? Да, клоуны тоже актеры. Не надо ругать клоунов. Клоуны классные. Они точно тебя не съедят. 100%. Если ты будешь их уважать. Если уважать не будешь, все возможно. Поэтому будь осторожен, когда говоришь о клоунах. Как этим призраком играть. Окей, броня бесполезна. Скорость атаки у нас уже 42. Мы набрали много скорости атаки. Может, нам надо какой-то вампирик взять? Урон в ближнем бою. Еще уклонение. 79. Мы живы? Мы живы. Факт. Окей, еще один топор. Фух. Дальность снижать сильно тоже не хочется, да? Что нам еще даст выживаемости? Сбор нам выживаемости не даст, но броня нам тоже не нужна. Реген нам нужен. Окей. Надо найти грустный помидор. Очень нужен грустный помидор. Грустного помидора не хватает в жизни. Варлок, привет, обожаю тебя, как дела? Привет, Рейзил. Дела философски сегодня. Рад, что тебе нравится контент. Дела очень по-философски. К тебе вопрос, как к зрителю, который только зашел на стрим. Никакого давления. Ты думаешь, ты мыслишь образами или текстом? Когда ты сам с собой в голове общаешься, у тебя изображение или звук, текст, голос? Никакого давления. Просто нужен, есть правильный ответ и неправильный. На самом деле нет. Но мы ждем твоего ответа всем чатом. Всем вместе. Стеклянная пушка! 25% урона, минус 3 брони, нам пофиг на броню. Ноль давления, бедный новичок? Это обычный вопрос. Что такого? Он ушел, чат? Чат, он вышел из чата? Рейзил в чате? У меня много голосов в голове, ты про какой из них? Окей, понял. Понял. Все. Все ясно. Спасибо за ответ. Ну, значит, голосами. Чат, а как к призракам проходить элиток? Точно не пытаться их убить. Молиться на уклонение, да? Или пытаться?
Решетка руина. Повар убегает! Алекс! Алекс сказал повару бежать. Вы видели? Он побежал. Он обычно идет на тебя, а тут он начал убегать. Мы выжили? Мы прошли руины. Мы прошли руинистая решетка, Алекс. Спасибо за донат. Спасибо. Окей, урон в ближнем бою. Экзоскелет на призраке выпал. Легендарка на 12-й волне. 5 брони, 5 крита, 5 инженерии, 5 скорости. Какой трэш! Ну почему именно этот трэш? Окей, а нужна мудрость. Мудрость супер хороша. Знамя дает дальность, скорость атаки. Кражу жизни минусует. Но я, может, хочу нам немножко кражу жизни взять. Да, удачу мы прокачали в этот раз. Удача при мне, удача рулит. Чат, какие коэффициенты? Какие коэффициенты для красной команды на победу? А то я чувствую, что это, возможно, победный забег. Смотри, мы тащим. 71 максимальной хпшки. 1 к 3? Что-то мало. Синяя команда потеряла все на пеглине. Ни команде не осталось мажоров. Травленный напиток дает скорость атаки, криты, дальность, минус реген. Нам нужен реген. Окей, вот это будет уклонение почти кап. Все, мы набрали уклонение. Теперь что делать? Я не знаю, давай деньги пока оставим. Посмейся, я потеряла все коины, в тебя поверив. Отванчик! Но мы же в пеглине выигрывали. Мы же побеждали в пеглине. Добей до капа, каждый процент это 20 хп плюс-минус. Окей, надо 90 сделать, да, уклонение тогда. В теории. Ой, бежим. Нет! Было бы неловко слить этот сильный забег, не так ли? Откуда он знал? Откуда он знал? Угу. Стакан наполовину пуст. Ну откуда? Что это за дичь? Все знали? Он часть тебя? Но я не знал. Я не знал, что я проиграю, но он знал, почему. Как так? Окей, начинаем еще один прогноз. Как я могу... Ты не думал? Я не думал, это мое подсознание. Всем выйти из сумрака. Сумрак, спасибо за 64 с сердечком. Ну откуда ты знал? Что за дела? Что за дела? Алекс Шики, спасибо за донат. Что это такое? У меня крыша едет уже.
Я чувствую, как у меня шифер шуршит. И чем там современные крыши покрывают? Не шифером же, а этим. Я не знаю, чем современные крыши покрывают. Давно крыши не покрывал. Держи себя в руках. Ты привык к проигрышам. Нет! Никаких привык к проигрышам. Я отказываюсь. От вот этого вот ты привык к проигрышам. Спасибо, самообладание. Никакого самообладания. Сопротивление. Только победа и только хардкор. Ты привык к проигрышам. Алекс Шики, спасибо за донат. Спасибо за 100 рублей. Я не удивлен проигрышу. Мы за призрака играем. Я не понимаю, как Сумрак знал, что мы проиграем в тот момент, когда мы проиграли. Как он видел будущее? Окей, купон на скидку предметов — это круто. Окей, что нам еще нужно? Урон в ближнем бою? Хотя нам процентный урон, наверное, лучше. Максимальное здоровье, да? Максимальное здоровье тоже хорошее. Может быть, нам нужна кража жизни. Это была случайность? Но случайности не случайны. Окей, Резил верит. Хорошо, Резил. Это победа для тебя. И всех твоих голосов в голове. Для каждого лично. Мы не знаем, что это такое. Очень страшно. Если бы мы знали, что это такое. Так. Ну, уклонение надо набирать, да? Или скорость? Там скорость нужна. Хотя, подожди, четвертая волна? Нужна урон? Окей, окей, окей. Я думаю, нам нужен один скипетр на скорость. На ОХП. Я не думаю, что нам нужно два скипетра на ХП. Мы, наверное, больше урона хотим наносить и быстрее хилиться. Или нет? Валерон, привет! Валерон, мы всем новым зрителям задаем вопрос. Ты мыслишь образами или словами, окей? Никакого давления, просто отвечай на вопрос. Ты когда думаешь, ты думаешь текстом, словами или представляешь себе картинки? Это очень важно. Одних мы пускаем на стрим, а вторых нет. Дед, я тут уже 5 месяцев. Я знаю, но я тебя еще этого не спрашивал. Или ты уже был на стриме сегодня? Подожди. А, ты был здесь? Все, у меня крыша едет. Валерон, я тебя видел. Ты же что про Тарков писал, я про себя посмеялся. Я думал, ты только пришел. Я могу поклясться, что я тебя не видел. Но все равно тебе вопрос. Я не помню, что ты отвечал. Варлок? Что Варлок? Что Варлок? Что Варлок, чат? Игнор анимешников? Что это вообще за вопрос? Я вижу наихудший вариант развития событий. А значит, я знаю, что произойдет с нами в 99% случаев. Сумрак, спасибо тебе за донат. Подожди, Сумрак, ты знаешь, видишь худший вариант событий, знаешь, что произойдет, но мы бы все умерли. Худший вариант событий — это когда ты выходишь, тебе кирпич на голову падает, да? Типа, когда я иду на работу, я такой: ну вот, худшее, что может случиться, мне может кирпич на голову упасть, и он никогда не падает. Он ни разу еще не упал. Пока что. Я имею в виду, еще не ветер. Как бы.
Все, все, до вечера все возможно, конечно. Вот ты взял, что смерть это худший вариант. Ты хочешь сказать, что в этом и прикол? В том, что лучше в кирпич на голову упал, чем в очередной раз стрим подрубать. И делать контент для незнакомцев в интернете, жертвуя собственной психикой, собственной самооценкой, чтобы тебя... Ты это хочешь сказать? Истина. Когда ты идешь на работу, это уже худший вариант. Я понял. Спасибо, Алекс. Спасибо, Алекс. Шики за донат. Все, теперь все стало на свои места. Все это время это и был худший вариант. Никто даже не подозревал. Король Бобро! Валерон, спасибо за 5 месяцев подписки. Дед, я понимаю, что пеглины брататы съели твои мыслительные процессы. Верни нам Варлока и Старкова. Я хочу маты, я хочу быть взрослым. Я застрял, братик, помоги мне. Вы меня с кем-то путаете. Такого никогда не было. Варлок и Старкова не может вернуться. Некоторые вещи должны быть погребены глубоко под землей, чтобы их никто не нашел. Он будет погребен в нефритовом гробу, в степи пустой, где грезит падалью шакал, и тысячи коней затопчут путь к нему, чтоб плач людской сон мертвеца не осквернял. Спасибо, Валерон, за 5 месяцев подписки. Мы не должны возвращать некоторые вещи. Лучше оставить их там, где они лежат. Навсегда. Навсегда. Например, бывших. Например, бывших. Подожди, стой. Топоры, кинжал. Я ничего, блин, объединить не могу. Я хочу скипетр еще один купить, но... Ты точно уверен, что это наихудший вариант? Нет. Что хуже? Кирпич на голову или оступиться, упасть, повредить голову и в итоге быть зависим от окружающих? Как они станут на тебя смотреть? Тебе будет неприятна эта жалость. Ты перестанешь быть человеком в их глазах. Вот наихудший вариант. Ну, Сумрак. Сумрак, я так вижу, веселая личность. Или подличность. У него много занимательных идей, как провести время. Спасибо за донат, Сумрак. Я мертв. Призраком вообще можно выиграть, чат? Чат, что если собрать 6 призрачных скипетров? Нет, нельзя. Что если сделать 6 призрачных скипетров? Нет,
Я не дам темным мыслям поглотить твой разум. Сила воли, спасибо. Сила воли. Окей, сопротивляемся. Знаешь, что сила воли? Это победа для тебя. Делаем новый забег и сейчас выигрываем за призрака. Красная команда, идем ва-банк. Мы делаем билд на скипетры. Мы сейчас сделаем, в общем, 6 скипетров легендарных. И все, и выиграем. Изи. Билд на скипетры за призрака. Такого никогда не было. И вот опять. По-моему, мы пробовали и решили, что это непроходимая ересь. Скипетры фигня. Но вдруг получится. Второй скипетр. Сила воли. Мы делаем это вместе. Мы вместе. Окей, нам нужно просто наролить сейчас все скипетры. Тыщ. Еще один? Есть, это уже 4. Это уже 4. Каждый килл скипетры повышают максимальное здоровье за количество киллов. Там за 16, за 18, что-то такое. Нужна дальность, если враг не дойдет, он не ударит. Гениально. Это правильно, правильно говорите. Абсолютно правильно. И нужен урон в дальнем бою в начале. Да, нам урон нужно вручную набирать, потому что урона мы не получим из других источников. Вот минус дальность есть. Сначала скипетры. Есть еще один. Давай мне ролл. Давай еще один. А или два одинаковых, наверное, нельзя наролить. Зря проролил деньги. Проблема в том, что у них вообще нет скорости атаки у этих скипетров. И урона тоже нет. Ноль хп от скипетров. Они не принесли ни одной хпшки пока. Как это? Окей, мы собрали 6. Можно скорость атаки взять. Пока что было все хп от левелапов. Сейчас настакаем. О, смотри, прикольно, урон даже есть. Личность эфемерна и многогранна. Личность существует лишь опосредованно, через внешние проявления. Ты 2 секунды назад не тот человек, которым ты станешь через 2 секунды. Личность бесконечна и непознаваема. А что будет через 2 секунды? Леди Настя из Воронежа. Спасибо большое. Спасибо большое за донат. Спасибо большое за 32. Олег? Личность Олега? Если в тебе борется личность Насти и личность Олега, кто победит? О, зуб замедляет врагов, хорош. Ракетницу? Ну да, просто забить на все и взять ракетницу. Призрака надо через призрачное оружие играть. У него большие бонусы к урону. Хотя ради прикола можно было взять ракетницу. Чё-то я ее так пропустил. Но я хочу сделать призраку 800 хп. Типа если у нас будет 800 хп, нас не смогут ваншотнуть никогда. Это решит множество проблем. Веселись. О, бандана. Снаряды пробивают дополнительные цели. У призраков будет пробивание. Тш! Прикольно. У них по умолчанию вообще нет пробивания. Ну и мы не хотим больше врагов делать, да? С пробиванием это может быть весело. Может возьмешь медоружие и будешь качать вампирик? Кстати, можно было бы.
Ну что-то эти призраки начали уже рулить. Слушай, они даже, по-моему, лучше дамажат, чем топоры призрачные. Мне кажется, у нас урон в итоге больше получается. Можно набрать 100 хп, например, а потом поменять призрачные эти штуки на ракетницы всякие, да? Или на миниганы. Ничего не помешает нам потом взять миниган. Урон в дальнем бою или скорость атаки? Я думаю, скорость атаки сильнее, к тому же она фиолетовая. 5 регенераций и легендарные легкие 4 уровня. Офигеть. Ща подышим. Фишка. 8 уклонения. Имба. О, еще скипетр. Хорош. Мы можем купить отталкивание, в принципе. Но я не буду вкладываться. Потеряю бонусы уклонения. А, да, призрачное оружие дает же много уклонения за сет. Типа минус броня, но плюс уклонение. Вы правы. 7-я волна, и у нас уже 37 здоровья. 38. 40. У нас явно было поменьше на прошлом забеге. Урон в дальнем бою? Варлок, у тебя есть вторая личность, но ты ее оставил. Какая? Старков. Вернись и забери ее. Не-не-не-не-не-не-не-не. С твоей личностью я ничего общего иметь не желаю. Спасибо, Алекс Шики, за донат. Та личность считала, что если долго играть в Тарков, то можно научиться в него играть. Она не понимала, что нельзя научиться играть в то, что требует 800 часов для того, чтобы начать. Ты не тот, кем ты был 2 секунды назад. Можно винить того чела во всех своих проблемах, а также скидывать свои на будущих варлоков. Как же это все так и удобно. Заставь себя подумать, что проблем у тебя нет. Слушай, а реально, внушение дело говорит. Типа, мне ничего не мешает. Мне ничего не мешает врубить стрим по Таркову. Стримить месяц Тарков. Наслаждаться. Потерять всех зрителей, угробить канал. А потом сказать, это проблемы того варлока, который будет вот потом. Через месяц. Пускай сам разбирается. Забери меня, мне грустно. Да? Это же нормально. Спасибо, вторая личность варлока. Вот вторая личность варлока со мной согласна. Говорит, забери меня, мне грустно. Это замечательная идея. Хорошая идея, да, чат? Тарков и Pass of Exile. Думаю, это то, что нам нужно. И на этой комби мы сможем. Очнись, у нас забег в братата. Ну да, тут что-то забег в братат какой-то идет. Надо возвращаться на YouTube. Признайся, мыслями ты уже в Таркове? Я... мыслями думаю, что Тарков это очень интересная игра, в которой
которой много моментов, из-за которых хочется ее удалить вместе с компьютером. Нам не нужно бородатого ребенка покупать, да? Потому что он будет стилить киллы у скипетров. Захотелось пересмотреть плейлист Таркова. Я думаю, не стоит совершать ошибку. Он и есть Тарков. Вторая личность Варлока. Спасибо за донат. Тарков — это как... Да, как твоя бывшая, которая... Ну, ты понимаешь, что она... Ну, как бы это помягче выразиться? Ну, вообще, вот просто не все дома. Но такой раз в месяц, после того, как ты пару бутылок пива выпьешь, ты такой... А может быть, позвонить? Что если... Ну, было же весело. Он шутит про бывшую? Я серьезно? Где шутки, чат? Кто шутит? Никаких шуток. Okay, у нас есть дальность? У нас есть дальность. Можно взять вот этот урон. Магия пришельцев, здоровье, регенерация, минус удача. Ладно. Женя тебе сейчас как пошутит. Я про Тарков говорю. Я Женя даже... Я когда даже в Тарков играл, насколько я был неадекватный, когда я играл в Тарков. Я когда играл в Тарков, я даже думал, что есть шанс, что жене понравится играть в Тарков. Я такой, давай я тебе попробую показать. Ну, видишь, то есть разум затуманен полностью. Оно как наркотик действует, и ты не соображаешь. Это самая худшая идея, которая может быть. Тарков — это худшая игра, которая может быть для начинающего игрока, который вот не особо в видеоигры играет, там, как бы не сидит каждый день и не заигрывает. Это просто безумие. Я включил даже и зашел в Тарков, показал он там. Что-то понажимала и потом сказала фигня. Но она не сказала фигня, она так. Спасибо, очень интересно играть. Мы, конечно, в это не будем. Предлагать такое жене смело? Я и говорю, Тарков затуманивает разум. Ты не понимаешь ничего. Ты ничего не понимаешь и не соображаешь. И делаешь ересь. Он поглощает тебя. Что опять началось? Прекрати это раз и навсегда. Они не могут тобой помыкать. Ты хозяин стрима. Чат, чё вы мной помыкаете? Авторитет прав. Авторитет дело говорит, но никто не может помыкать. Даже авторитет. Особенно голоса внутри головы. Спасибо, авторитет, за 64 с сердечком. Подожди, авторитет, а чё это ты мной помыкаешь? Одну секунду. Один момент. А разве... Стоять, Маруська. А почему ты мне говоришь, что делать? Если я не должен их слушать, почему я слушаю тебя? Что происходит? Мышь? Может, нам мышь купить, чат? Давай мышь купим.
Слушай, нас мы фигни не скажем. Омикрон знает насчет Таркова. Мы с Пашей играли в Тарков просто для себя. Мы по выходным, по воскресеньям, когда у нас у обоих был выходной от стримов и от работы, мы просто подрубались вот Тарков там в 8 утра и играли там до 8 вечера. Чисто вдвоем мы не стримили, не записывали, ничего, просто вот повеселиться. Оно того все равно не стоит. Лучше бы мы в крестики-нолики. Было весело. Было весело, но не потому что Тарков, а потому что вот вместе. С кентом играем в Тарков. Можно было в крестики-нолики играть, и было бы лучше. Нет. Они хотя бы закончены. Но сделаю это так, чтобы чат у тебя больше этого не просил. Сыграть так, чтобы чат больше не просил этого? А это идея. Это очень интересная идея. Нет, ты для меня не бывшая, Омикрон, о чем ты говоришь? Было бы прикольно. Что за Тарков? Где эти видосы? Дайте мне контент. Они на Ютубе. Алекс Шики. Все прохождения Таркова на Ютубе. Там есть плейлист. Там очень плохое качество. Как самих видосов, так и геймплея, и комментариев, и вообще. И это еще времена волосатого варлока. Это древняя история. Из глубин времени она. Где мое хп? У меня 170 хп. Почему я почти мертв? Картошка? Картошка всего по чуть-чуть. Картошку надо заморозить. Сейчас элитка. Мы не можем ее убить, даже не стоит пытаться. Смотри, а билд на скипетре работает. Почти 200 здоровья. Я шутил, когда говорил, что мы наберем 800 хп. Тут, конечно, не 800. Тарков это ММО онлайн шутер. Типа. Который разрушает твою жизнь. И мою. И все жизни. Вообще все. Легендарный скипетр. Не хватает глаз пришельца. А глаза пришельца что делают? Смотрят? Глаза пришельца это не те, которые огонь разгорает. Они скелятся от хп, а. Решетка руина. Точно. Решетка руина. Почему? Почему Google этот. Google. Чувак так странно читает руина. Он читает руина. Как так? Скорость? Надо скорость взять. Два легендарных скипетра.
У них урон совсем чуть-чуть отличается. Давайте глаза поищем. Вот тыкву надо взять. Надо тыкву взять. Тарков это как САО? А что такое САО? Я не знаю, что такое САО, чат. Ой, нас догоняют. Точно игнорит аниме. Я не смотрю аниме, у меня нет времени. Я стримлю. Я стримлю и нарезаю видосы. Я 6 часов стримлю и 3 часа нарезаю видосы. Когда мне смотреть аниме? Когда я буду смотреть аниме? Погладь меня, Влад. Почему ты меня игнорируешь? Тележка? Но почему тележка разговаривает? Какого черта? И откуда она здесь? Почему она такая маленькая? А? Какая тележка? Я не знаю, это тележка магазинская, только маленькая. Это тележка из Магнита или из Пятерочки, только она маленькая. Почему она под моим стулом? Где продукты? Если есть тележка, должны быть продукты. Я не знаю, что происходит. Я увольняюсь. Господи, ты как ребенок? В смысле? Нервали шоу. Какой чат, такой стример. Я большой, стример большой. Я остановился, чтобы уменьшиться. Большая, помогите. Нет, ты точно слышал этот голос. Тебе не показалось. Мне не показалось. Я точно слышал этот голос. Восприятие. Я точно его слышал. Мне никогда ничего не кажется. Все реально. Все по-настоящему. Это не шутки. Восприятие, спасибо за донат. Блин, а грустный помидор-то была плохая идея для призрака, чат. Мы эту 100 хпшки будем долго отрегенивать. Через 8 регена. Это была тупейшая идея. Я привык, что грустный помидор имба. А он нифига не имба. На призраке. Денег нет, но вы держитесь.
Варлок сошел с ума. Давайте возьмем странного призрака на 20-й волне. Плюс 3 максимального здоровья, в начале следующей волны будет, у вас будет 1 здоровье. Я считаю, это хорошее вложение. 234 плюс 3. Очень хорошо. Я не буду брать. Двадцатая волна, последняя. Окей, просто плавник акулы ради скорости и вампирика, и все. Как ты засыпать будешь после этого стрима? Я что, сейчас не сплю? Это не может происходить в реальности, я должен спать. В реальности ты в Тарков в 8 час гоняешь? Ну конечно, игра такая веселая, что я заснул. Мне снится, как я играю в нормальные игры. Для нормальных людей. Извините. Тарков хорошая игра. Тарков очень хорошая игра. Но чтобы в нее играть, надо, чтобы у тебя не было работы и учебы, и других дел, кроме как целый день играть в Тарков. Например, быть стримером. Стримером, который хочет, чтобы у него скоро не было канала, потому что Тарков никто не смотрит. Когда ты смотришь на этот помидор, ты задаешься вопросом, почему он такой грустный. Как ни странно, но ты чувствуешь его. Мы победили! Как же ты можешь ему помочь? Мы победили! Этот помидор так выглядит. Его реально жалко, его хочется подбодрить немножко и сказать: помидор, не грусти. У тебя все будет хорошо, у тебя 8 регенерации. Ты восстановишься и станешь намного сильнее, чем какая-то глупая тыква или картошка, или еще, или вон этот вежливый пришелец. Все получится, помидор. Главное, не играй в Тарков. Главное, не играй в Тарков, и у тебя все получится. Или наоборот, играй в Тарков, фиг с ним. Гори все синим пламенем. Пускай эти вопросы решает другой помидор, который будет завтра. Устанавливай Тарков, сожги свою жизнь. Спасибо, Эмпатия, за 64 сердечком.